Вы знаете, для меня каждая медаль ценная, потому что каждая медаль не дается просто так, в нее вложено много усилий, боли, пота. Следующий старт через Уже гран-при, неделю, насколько я финал знаю. Гран-при, да, в Финал Барселоне через гран-при. неделю. Но моя произвольная программа, мы решили выбрать музыку из «Титаника» и саундтрек к фильму «Титаник», потому что, как я знаю, я ни одного фигуриста не знаю, который бы взял музыку из «Титаника». Такой прекрасный саундтрек к нему, поэтому мы сразу решили взять эту музыку, и даже никаких сомнений не было. Целый день я сижу на катке, получается, вечером у меня каждый вечер учителя 7 раз в неделю, и иногда учителя приходят ко мне сюда, в ЦСКА, когда есть промежуток, потому что все равно как бы ну очень мало времени на учебу и нужно как бы наверстывать упущенное. Я думаю поступить в РГУФК, потому что пока я катаюсь, очень тяжело будет в каком-то другом институте учиться. Вот, и тем более я занимаюсь всю свою жизнь фигурным катанием, и как бы все равно профессия тренера это будет мое. Я знаю, что ну, как бы у меня это получится, потому что я пробовала как бы учить детишек и ну много дельных вещей им подсказывала, у них сразу получалось прыгать, и мне, естественно, тоже приятно, то что как бы помогла детям.